Добрый вечер, команда! Как нас слышно? Ставьте плюсики в чате. Отлично нас слышно. Мы вас приветствуем на поздравительном онлайн-банкете. Все готовы хлопать, топать, улыбаться и набираться мотивации? Мы вас очень любим и поздравляем с первыми успехами! Ура! Это сплошной экспромт, ребята! Я хочу поприветствовать наших спикеров. Ребята, кто себя видит на слайдах, присылайте смайлик с поцелуйчиком, а мы аплодируем нашим спикерам, которые стойко выдержали наше долгое отсутствие. Нас не было, наверное, 2 недели с Мишей, и они справились с этой непростой задачей, проводили для вас тренинги, проводили для вас семинары, презентации, планерки, держали оборону как могли. Супер! Ну, теперь мы вернулись. Можете и будем... вы улетать в отпуск. Да, и можем всех отпустить в отпуск, потому что у нас теперь после такого отдыха супер море энергии, позитива, прекрасное настроение и, конечно же, заряд готовы дать всем. И мы хотим отметить сегодня особенно участников премьер-клуба, людей, которые в нашей команде разместили заказы от 150 баллов и выше и получили премию 10% от заказа. Кто видит себя, ставьте смайлики с поцелуйчиками на этом слайде. Миша мне написал записку «Не тараторь». А меня так эмоции распирают, что я не могу не тараторить. Ребята, я вас поздравляю. Наверняка вы заметили сразу, что у вас прибавилась очень здорово зарплата. Она прям ощутимо увеличилась. Особенно у тех людей, которые сделали заказы 250 баллов, 300 и выше. То есть это вообще просто супер скидка. Приятно будет почувствовать данную скидку уже в этом каталоге, когда будете делать новый заказ. Да. Кто уже почувствовал скидку? Ставьте восклицательные знаки. 6 человек из нашей команды отличились. Умнички, молодцы, мы вас поздравляем. Следующая номинация – это люди, которые уже прошли первый и второй шаг, а кто-то только начал проходить с 8-го каталога квалификацию на поездку на конференцию менеджеров в Анталью. Ребят, не устану говорить о Турции, мы только что оттуда вернулись. Сегодня вы нас не увидите. У всех слайды висят? Поставьте плюсики, кто видит слайд с квалификацией конференции в Анталию. Светланка, значит, это у тебя с интернетом шалости. Буквально вчера утром мы еще были в Турции. Да. В Анталии, да. Да-да-да, кстати, в 9... Во сколько мы улетели? В 9? В 10 утра мы вылетели из Анталии. Ребята, представьте... Не покажемся из-за того, что очень много сегодня работы было. Я не успела сделать макияж, поэтому сегодня не покажусь. Мы поставили свою фотку с мегафорума. Ребят, про мегафорум сделаем отдельный семинар. Постараемся, ну, я не знаю, на завтра получится или нет, но в понедельник точно проведем. Все фотки подготовим, как что было, расскажем, потому что это просто бомба. А я поздравляю, обратите внимание, что у нас добавилось несколько человек, кто уже прошел квалификацию и начали немножечко активничать. Я поздравляю всех и желаю держаться до конца. И самая главная новость, Миш, расскажи про Анталию. И самая главная новость, узнали мы, будучи в Турции, то, что компания Oriflame сделала некоторые послабления для участников конференции, менеджерской конференции в Анталии. Если раньше необходимо было 12 каталогов из 12 выполнять план по Q-рекрутированию, то теперь данные условия немного изменили в более легкую сторону, и теперь необходимо 9 каталогов из 12 выполнять план по Q-рекрутированию. И тут бурные аплодисменты, потому что я знаю, что многие люди не успели стартануть в 7-м каталоге, хотя хотели, и сейчас у вас есть возможность наверстать упущенное. Не упустите свой шанс. Не упустите, потом знаете, как будете жалеть, что не поедете в Анталию, потому что там круто, просто очень круто. И я хочу поздравить
одного из самых лучших мужчин на свете, которых я когда-либо встречала. Кто же это такой? Кто же это такой? Это человек, который прошел долгий путь от 3%, потом перешел на 6, на 9 и на 12, как вы видите на слайде. Я поздравляю тебя, Миша, с огромным удовольствием, потому что ты просто огромный молодец. Я рада, что ты включился в работу активно, и желаю тебе не просто вот как бы идти, а идти быстро, мощно и показать самый лучший результат, потому что вся команда будет равняться на тебя. Да, ребят, давайте все вместе поздравим Мишу. Подтвердил уровень. У нас получился с приростом команды. То есть в прошлом каталоге у нас сколько было баллов? 1800 ровно. Да, мы приросли почти на 300 баллов, несмотря на то, что у нас 2 недели не было в интернете. Команда мощь. Вообще, ребята, мы вам просто низкий поклон, благодарность. Вы знаете, что самое приятное, что в нашей команде есть люди, их очень много. Вы их сегодня увидите на слайдах, которые тоже хотят не просто развиваться, а хотят стать успешными, богатыми, хотят ездить путешествовать. И они поняли суть, идею нашего бизнеса и уже действует. И вы видите, у Миши первая зарплата — это 6532 рубля с премией по турборосту. И он накопил 2873 спонсорских балла. Мы планируем добрать до 3000 и поменять на... Также поменять на деньги. На 15 тысяч, да, рублей. 15 тысяч и блендер. Лиля блендер хочет. И блендер, да. Нам нужно будет постараться так активно, чтобы все получилось. Ребят, спасибо всем еще раз. А мы продолжаем поздравления. Поздравляем с прохождением первого шага стартовой программы. Итак, первый шаг стартовой программы у нас прошли Любовь Баранова из города Балаково. Это мама Абальмасовой Оли. Она сделала личный заказ в этом каталоге 99 баллов. В предыдущем тоже у нее был заказ на 25, если не ошибаюсь. То есть она кюшку выполнила. И еще она в прошлом каталоге была участником лотереи и получила тональную основу в подарок. Вообще молодчина. Сейчас, Свет, тебе слово дадим. И Андрей Белокур, 103 балла личный заказ, зарплата 229 рублей, спонсор Марат Нугаев. Поздравляем! Первый шаг стартовой программы у нас прошли Даянов Тимур. Сделал личный заказ в этом каталоге 45 баллов. Суммировался с заказом прошлого каталога, тоже стал Q-рекрутом. Вебер Мария сделала заказ на 100 баллов. Сразу, единовременный заказ. Пришла, увидела, победила. Получила сразу же зарплату. В этом каталоге ее используют. Третий человек у нас Сажнова Надежда. Также сделала большой заказ на 122 балла. Тоже получила зарплату. И в этом каталоге ею воспользуется. Поздравляем! Ура, ура! И у нас молодцы. Жилина Людмила, личный заказ 58 баллов, простите, одна циферка лишняя, ну было бы круто, конечно. Зарплата 663 рубля, поздравляем. И Зинаида Золочевская, наша очаровательная, постоянный участник премьер-клуба, 668 рублей зарплата, потому что личный заказ 153 балла. Так держать, девчата, умнички, молодцы. И у нас есть активные новички. Это Гринина Юлия, сразу разместила заказ, Бричковская Дарья, Бугакова Татьяна, сразу на 83 балла заказ, Ивченко Христина 20 баллов и Степанцова Елена тоже 20 баллов. Молодцы, поздравляем! И поздравляем Захарченко Викторию, она прошла второй шаг стартовой программы и выполнила... Уровень 3%. Да, 3%. Молодчина Викуля, она не просто красивая, умная, очаровательная девушка, но она еще и очень амбициозная. Мы желаем быстрее стать директором, Викуль. Старайся, у тебя все получится. И наша любимочка. Поздравляем Алексанцеву Олю. Тоже она вышла на новый уровень 3%. Такая вот 3%, такие прям твердые, плавно переходящие уже в 6%.
И зарплата сразу 931 рубль. И самое главное, что Оля с нами всего два каталога. И уже есть такая классная движуха. Тоже начала выполнять условия на Анталью. Есть уже одна кюшечка. Так держать. Все в ваших руках, ребята. И новый уровень. 6%. Максим Решетников, поздравляю. Макс выполняет также условия квалификации на Анталью. В прошлом каталоге две кюшки, в этом две кюшки. И с командой уже вышел на уровень 468 баллов. Ну, Макс очень умный человек, он строит бизнес. То есть он не стремится сейчас личные заказы делать, он пользуется продукцией и активно приглашает в команду людей. Так держать, супер мужчина. Повторяю. Листай дальше. Торопились, слайды делали. И у нас очень много людей, которые тоже вышли на уровень 3%, но они пока не активны или недостаточно активны. Мы их тоже поздравляем и желаем, чтобы они включились в работу, распробовали на вкус, какой у нас классный проект, и начали идти к успеху уже не с, как говорится, не с нуля, а с серьезного такого уровня. И также уровень 6%. Вы видите, как много людей у нас вышли на этот уровень. Но не все активные, к сожалению. Мы их тоже поздравляем. И передаю слово. И поздравляем нового нашего активного консультанта, менеджера, партнера и просто подругу Бородину Анну с новым уровнем 6%. Ура! Молодец, Анютка! Сама уже активно делает заказы, каждый каталог, из команды 694 балла. И выполнила условия квалификации на Анталию уже второй раз подряд. Поздравляем, молодчина! Дальше. Дальше поздравляем Гаврилюк Екатерину. Тоже новый уровень 6%. Вышла, набрала 642 бонусных балла и сделала личный заказ в 54. И также прошла условия квалификации на Анталии уже два раза подряд. Молодчина. И мы хотим особенно поздравить одного человека. Абальмасову Олю. Потому что она не просто человек, она наш друг. Оля, ты здесь? Поставь смайлики в чате. Конечно, здесь. Давай, Олечка, я тебя поздравляю, потому что всего второй каталог с нами. Уже второй шаг стартовой программы прошла активно, 125 баллов личный заказ, 588 баллов с командой, зарплата 971 рубль вышла и выполнила первый шаг на Анталию. Олечка, желаю тебе быстрее стать директором, и не просто директором, а каким-нибудь цветным, золотым, сапфировым, бриллиантовым. Потому что я думаю, что для любой мамочки, особенно у которой есть двое детишек маленьких, это очень актуально. Больше скидка, да? Ну, извини, я, может быть, не последний результат смотрела. Лучше больше, чем меньше. Оль, молодчина, так держать, зажигай. Делай все так же энергично, как и делаешь. Показывай своим примером всем, как это круто. Расти, развиваться вместе с нашим проектом. И знаете, еще хочу добавить, Оля к нам пришла уже второй раз в команду. Первый раз, когда мы работали в офисе, в Реале. И не получилось, потому что было очень тяжело. Оля с Энгельса приезжала в Саратов, приглашала людей на презентации на мои. И, конечно же, это очень трудозатратно и по времени. И люди, как бы, тяжело шли на контакт. Оль, есть разница работы вот в офисе и в интернете? Ты ощутила уже прелести нашего проекта? Я могу тебе микрофон дать, если ты не с планшета, конечно. Конечно, да? Тебе больше нравится в интернете, я чувствую. У нас такое короткое интервью. Я говорю, Оля пишет. Оль, успехов тебе и всей твоей дружной команде. И мы поздравляем Марата Нугаева, наш активный партнер из города Саратов. Марат сделал личный заказ 164 балла, 775 баллов с командой. И я не написала, сколько Марат заработал. 1181 рубль у него получилось. Тоже активно выполняет условия квалификации на Анталию. Марат, он заядлый путешественник. И, конечно же, он и сам ездит по всем странам, он частенько живет за границей. Но это вызов поехать
вместе с компанией бесплатно, и не просто в Анталию, а именно на конференцию, потому что, ребят, конференции, они сильно отличаются от обычного путешествия. Это будет просто офигенно, я вам честно говорю, потому что я это точно знаю. И у нас много людей впервые вышли на уровень 9%. Не все активные, но надеюсь, что сейчас, после нашей рассылки, они активизируются. И хотел бы пожелать данным людям, кто у нас вышел на уровень 3, 6, 9%, но еще не включился в работу, включайтесь в работу сейчас. Не ждите, когда мы вас будем поздравлять с уровнем, с новым уровнем в 22%. Да, потому что будет очень обидно, то что отстали от жизни, потому что зарплата будет не такая, как должна быть на этом уровне. А сколько у нас зарабатывают директора, Миш? Директора зарабатывают у нас от 30 тысяч рублей и выше. Вот так вот. И плюс к этому еще бонусы, премии, поездки, банкеты, которые, конечно, очень шикарные. И я поздравляю с новым уровнем 9%. Егорову Оксану. Личный заказ 90 баллов, а с командой 984. Бельских Анжела, личный заказ 24 балла, а с командой 924. И желаю вам не просто роста, а мощного карьерного роста. И тру-ту-ту-ту-ту-ту! Поздравляем молодую, красивую, очаровательную мамочку Артемки маленького. Наверное, Артемке 9 месяцев. Если Верочка здесь, напиши. С новым уровнем. 9%. Ура, Вера, я тебя поздравляю. Вы знаете, ребят, мы были в Турции в субботу и так переживали за Веру, потому что, ну, не хватало прям буквально что-то около 50 баллов. Прям вот, ну, ерунда какая-то. Вы знаете, мы как могли, помогли. Естественно, мы доделали вместе. И это просто вот, я считаю, знаете, надо преодолевать ступеньки какие-то, которые воздвигает перед нами Вселенная, и если, да, уже рядом успех, то не надо его тянуть, берите и делайте. Не ждите, когда кто-то вам что-то сделает на блюдечке с голубой каемочкой. Мы Вере все объяснили, что круто быть, ну, новый уровень, новая зарплата, новые поздравления. И Вера все сделала правильно. Я тебя поздравляю с большой буквы. И хочу добавить еще то, что Вера закрыла новый уровень, хотел сказать, звание уже, 9%, на свой день рождения. Точно. Сделала себе такой вот подарочек. Вера, молодчина, тебе огромный торт от нас, букет цветов, такой, знаешь, как онлайн-торт, онлайн-цветы. И пальмы, чтобы у тебя получилось не просто квалифицироваться на Анталию, а чтобы ты туда поехала в новом звании директор. Это все очень даже возможно. Успехов! Ой, я так рада за ребят, вообще просто супер, а ты, Миш? Конечно, рад. Это говорит о том, что в следующем году мы уже будем вместе, ну, как минимум, на банкете директоров. А максимум – это менеджерская и золотая конференции в Анталии и в Стамбуле. Круто! Я очень хочу, а ты? Конечно. Ребят, а вы хотите? Кто хочет в Анталию с нами поехать? Эх, мы там оторвемся. Ну, вы со мной с ума сойдете, потому что я очень веселая, зажигалка, меня на месте не удержишь. Я даже умотала свою дочку 15-летнюю, что она уже была без сил. Мы съездили на разведку, теперь знаем, какие экскурсии брать, какие подарки покупать. Где покупать? Да, где покупать, в какие магазины ездить, как отдыхать. Так что выполняйте квалификацию и вместе отдохнем на все 100. Да, это будет круто. Ребят, и сейчас я хочу объявить лотерею, которую мы проводили в каталоге номер 8 для наших новичков активных. Вы сейчас смотрите на слайдах, кто под каким номером. Ой. Посмотрели? Сейчас еще один. Ой, классно. Так, ладно, мы пойдем другим путем. Сейчас, подождите. 2 секунды. Собираем. Сейчас я открою генератор. Забыла открыть. Сейчас, 2 секундочки прям. Это музыкальная пауза. Миша побежал музыку прибавлять.
Все, убавляй, Миша, я готова. Так, вы видите мой экран? Поставьте плюсики, кто начал видеть экран. Итак, победитель номер 17. Нет, подожди, Миша, секунду. Поздравляем, номер 17. Так, сейчас мы сначала посмотрим цифры. Вот, вы видите на слайде... От 1 до 12 люди. Запоминайте, под какой вы циферкой и кто ваши люди. Потом покажем еще раз слайды. И от 13 до 23. Все видели? Поставьте плюсики, кто видит. Так, мышка оказывается слушаться. Видели, да? Так, и теперь я выставляю от 1 до 23. Ребят, что мы разыгрываем, кто помнит? Держи кулачки, все держите. Ребят, я буду рада каждому. Конечно, это будет здорово, когда кто-то выиграет. Потому что мне это приятно, потому что вы все мои. Кто-нибудь автомобиль разыграем. В принципе, было бы здорово. Напоминаю, кто не помнит, что мы разыгрываем парфюмерную воду Giordani White Gold. Итак, внимание на экран. Нажимаю один раз, просто один раз вот на эту оранжевую кнопку сгенерировать. И тот номер, который выпадает, тот и выигрывает. Готовы? Нажимать? Подожди, я нажимаю. Миша нажимает. Раз, два, три. 19. Открываем нашу презентацию. И под номером 19 Вертей Светлана Васильевна. Ура, аплодисменты. Тру-ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту. Ой, ура, классно-то как. Так, все, кто меня видит, слышит, да? Все, мы поздравляем наших победителей, вернее, победительницу. Желаем успехов, супер просто классных ощущений от новой парфюмерной водички. Ребятки, есть здесь Вертей Светлана в комнате? Нет? Ставьте плюсики. Супер, давайте ее поздравим, записи посмотрит, порадуется. Мы вручим, сделаем фотоотчет. Потому что у меня почему-то такое ощущение, что Вертей Светлана — это мама Вертей Анны. У тебя нет такого ощущения? Я думаю, что это не просто одна фамилия. Да, редкая фамилия, поэтому, наверное, Анютка Вертей подключила все-таки свою мамочку, красавицу, к нашему проекту. Молодчина. Ну что, вы готовы двигаться дальше? Сейчас я передаю микрофон нашему менеджеру, красавице, очаровательной мамочке до троих малышей из города Ставрополь, Светланка Гагарина. Ты здесь? Хватай микрофон. Добрый вечер. Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки, чтобы я поняла, что разговариваю не с компьютером, а с вами. Слышно меня, да? Замечательно. Я хочу поздравить своих любимых партнеров, которые со мной идут до сих пор и до конца. Я верю, что они все, кто со мной, вырастут. С окончанием 8-го каталога, я считаю, что 8-й каталог очень победный по отношению к предыдущим. У нас было приседание в предыдущих каталогах, по-моему, в одном или в двух, а в 8-м мы прям хорошо пошли. Я благодарю всех за успешную работу, за все, что вы сделали, за все ваши труды, потому что я знаю, что особенно некоторые из вас очень-очень мощно работают. Несмотря ни на что, я горжусь, что работаю вместе с вами, я очень высоко вас ценю. Я желаю вам скорейшего карьерного роста. Это мои самые любимые три ключевых партнера, самые-самые мощные. Ососкова Екатерина, 2%. Брюханова Галочка у меня на 3 сейчас, да? Ну, у нее 2 номера, у нее муж у нас в команде, и Галочка недавно присоединилась. Она у нас прошла вторую шаг стартовой программы.
И моя любимая Леночка Резвинская, 3%. Лена вообще мощняк. У нее всегда товарооборот личный идет директорского уровня. Я Лене тоже писала. Лена молодец. Она умеет делать личный товарооборот и сейчас активно развивает свою команду. Это постоянные участники премьер клуба. Молодцы, ура! У нас в 8-м каталоге очень многие отличились. Но смотрите, сколько премьер клубы вошли. И Катюша, и Алена Антипина у нас, и Брюханова Галина, Наташенко, Федорова Новичок, Надюша Марцинкевич, Кузнецов Дима, Соколова Ирина, Резинская Леночка. У нас три Q-рекрута получилось за прошлый каталог. Это Наташенька Федорова, это Александр Морозов и Рогатовская Галина. Ну, это моя мама. Я за нее. Листай дальше. Поздравляю всех. Молодцы, молодцы, молодцы. Ура. Я всех своих партнеров благодарю за проделанную работу. В этот чудный светлый день пожелать не грех, чтоб за вами словно тень двигался успех, чтоб он, двигаясь за вами, семена сажал и своими семенами счастье умножал, чтоб в карьерной галерее и иных делах он сильнее и сильнее набирал размах. Вот эти красивые слова я посвящаю своим партнерам. Команда Катюши Осоцковой, я просто успеха хочу пожелать. Пусть будет он с вами всегда и везде. И даже когда просто будете спать, успех пусть участвует в вашей судьбе. И жизнь обретет ваш ответ. У меня не перелистнулся слайд. Нету ничего. А, вот, нету ничего. Вот. У Катюши в команде Наденька Марцинкевич, двоюродная сестричка, умничка, она молодечек, собирает хорошие личные товарооборот, заказики у нее хорошо берут. Оленька Афанасьева тоже умничка, она у нас тоже очень хорошо работает, хотя сейчас она совмещается с обычной работой. Мельник Кирилл пока немножечко у нас в подполье ушел, пошел чинить компьютер, но тем не менее какие-то заказики у него бывают. Значит, Дмитрий Кузнецов у нас в этом каталоге, прошедшем мощняцкий, прям такой у него премьерский скачок. Значит, Садыкова Ирина, умничка, Садыков Хаким, Беседин Владимир. Листай дальше. Молодцы, я поздравляю, да, хорошие, молодцы ребята. Не перелистнулась, Лили. Нет. Никак. Не-а. Перелистнулась. Я, наверное, тут я перелистнулась, а у меня никак. Слушайте. Нет, я Лиль не вижу, не перелистнулась. У меня фотографии Надюши. Оля Афанасьева тут. А у меня не видно. Поздравляю, поздравляю Кравченко Ромочку, он у нас, Галочка у нас, очень мощный лидер, она и сама очень много рекрутирует, она ведет команду, она и вместе со своим мужем очень хорошо работают, хорошо рекрутируют и работают в команде. Молодцы, я очень хочу поздравить, да, семейная банда, молодцы, вам большого успеха, вот у меня наконец-таки перелистнулась, я поздравляю Антипина, Алена, у нас вообще мощняк. Она вышла на 6%. Алена, я тебя поздравляю, ты молодец, ты очень к этому шла. Конечно, не сразу получилось, но ты молодец, ты добилась этого. И ты идешь дальше. У тебя появились хорошие ключевые партнеры. И ты вместе со своими партнерами обязательно вырастешь. Вырастут твои партнеры и вырастешь ты. Время в жизни быстро скачет, и событий очень много, но в судьбе немало значит. То, куда ведет дорога, что ж твоя ведет к успеху, пусть есть на ней барьеры, ты проходишь их со смехом, не теряя силы и веры. У Алены супер классный партнер Наташа Федорова, это наш рекрут, в прошлом каталоге прошла уже второй шаг стартовой программы, она состоит в премьер-клубе и скидка по программе «Вау, лето» у нее 798 рублей, дополнительно к выплатам по ее группе.
Также в команде Владислава Афанасьева, это новичок Галины Брюхановой, а молодая, целеустремленная, амбициозная девушка, сделала первый заказ, умничка, разбирается, учится и уже делает действия, рекрутирует. Молодец. Владислава у нас с Крыма, по-моему, с города Симферополь. Мы с ней созванивались, очень позитивная девушка. И дай бог, что у тебя очень быстро и быстро все получилось. И все обязательно получится. Также в нашей команде две замечательные девочки, они пока еще учатся, Новикова Екатерина и Цурикова Александра. Но все-таки девочки идут вперед. Молодцы. Перелистывай, Лиль. Желаем успехов, хороших удач, желаем решения трудных задач, великих свершений и доброго смеха, ведь шутка любому труду не помеха. Пусть будет хороший и щедрый для вас сегодняшний день и вообще каждый час. Я всем-всем желаю успехов, не останавливаться, не падать, идти вперед, расти, расти, только расти. Всем удачи, всем попасть в Анталию и всего самого наилучшего. Я все, пока. И доброго смеха. Ведь шутка любому труду не помеха. Пусть будет хороший и щедрый для вас сегодняшний день и вообще каждый час. Я всем-всем желаю успехов, не останавливаться, не падать, идти вперед, расти, расти, только расти. Всем удачи, всем попасть в Анталию и всего самого наилучшего. Я все, пока. Как меня слышно, ребят, поставьте плюсики в чате. Кто у нас за команду Ани Бубновой сегодня отвечает? Есть спикер? Кто готов взять микрофон и озвучить команду? Нет смельчаков Ани Бубновой. Кстати, очень здорово, у всех прирост. Так приятно, что по сравнению с седьмым каталогом, восьмой оказался таким плодовитым. Супер! И активисты команды – это Ельчин Татьяна, Усова Екатерина и Фролова Гюзель, Гуля. С Гулей я знакома лично, она из Саратова. Федорова Светлана, Бондаренко Екатерина, Вертей Аня, Григорьева Наташа и Пугачева Аня. Участники премьер-клуба от 150 баллов и выше. То есть это ребята, которые в премьер-клубе получили премию 10%. То есть это уже такие ощутимые денежки, приятные. Согласитесь, вообще было очень приятно оплачивать заказ намного меньше, чем раньше. И я не буду перечислять фамилии, отмечу только самый крупный заказ Ольги Амангалиевой. 302 балла. Девчонка молодчина просто, ей 18 лет всего. И знаете, эта девочка меня вдохновляет. Она, знаете, она как Ник Вудич. Вот, да, то есть человек, у которого есть проблемы. Оля, она практически не видит. То есть у нее нет зрения, практически она ходит на ощупь в своей деревне. Живет в маленькой деревне, где буквально две улицы. Оля, такой человек, вот просто, вот само очарование. С ней, когда разговариваешь, такое чувство, что ты с профессором разговариваешь. Она такая умная, энергичная, веселая. С ней со смеху все время, вот всегда со смеху умираешь просто. Прелесть, человек. Оль, я тебе желаю успехов, карьерного роста. Я знаю, что ты очень сильно хочешь стать директором. Я желаю, чтобы у тебя все получилось. И я верю, что у тебя получится, потому что ты человек необыкновенный. И Оля даже пытается работать в интернете. Представляете, ребят? Так, что-то прислала нам Марина. Никогда в жизни не отчаивайтесь. Один человек нарисовал квадрат, назвал его картиной. Получилось. Квадрат Малевича, да? Вот у вас все получится. Круто. Ошиблась. Да, ребята, аплодисменты всем. Мы двигаемся дальше. Выполнили условия для поездки в Анталию. Фролова Гюзель, Пугачева Аня, Екатерина Бондаренко, Вертей Аня, Григорьева Наталья, Федорова Светлана и, конечно же, Аня Бубнова. Аплодисменты. Молодцы. Первый шаг стартовой программы. Прошли у нас. Новичкова Лидия. Сразу видите, сколько баллов и бонусы, да еще и дополнительно скидки 50% на продукт, баллы лояльности. Ольга Ворошова, Олю я знаю тоже, мамочка молодая в декрете. Фомина Аня, и не написали кто-то еще, но это тайный агент, они его не раскрывают. Это будет секретик.
прошли второй шаг стартовой программы. Фролова Гизель, личный заказ 162 балла, ого-го, а бонус 200 рублей? Не может быть 200, 150 и выше, там бонус около 700 рублей. Что-то ошибочка вышла. Татьяна Кебус, личный заказ 109 баллов, бонус 200 рублей, скидка 50% на продукт. Отлично. И Людмила Кильдюшева, 244 балла заказ. Вот это номер, молодчина. Ага, ну я чувствую, что да не успели. И новый уровень 3%. Очаровательная девушка Людмила Кильдюшева с личным заказом 244 балла. И я желаю вам делать не просто личными заказами уровни, а научиться быть организатором и собрать свою шикарную команду, чтобы подобрать себе таких же партнеров, как и вы. И у вас будет всегда мощный карьерный рост. И я поздравляю, для меня это новость огромная. Гулечка Фролова, молодчина. Она с нами второй каталог всего и уже вышла на 6%. Личный заказ 162 балла, а с командой 450. Ну и, конечно же, получила бонусов целую кучу. Это 200 рублей, 768 и 657. То есть почти 1500, да, получается? Супер! Так держать! Это только начало. Дальше будет еще лучше. И это вся бриллиантовая команда. Они вот такие, смотрю, появляются новые лица. И я желаю вам, чтобы ваша команда стала одной из самых лучших команд филиала. И вошли вы, ну, для начала в топ-100 России. Согласны? А потом в десятку лучших. И потом стали номер один. И у нас по традиции Аня программирует всех на успех. А сейчас я в лице Ани заряжаю вас денежной энергией. Ребята, станьте магнитиками для того, чтобы финансы к вам притягивали, чтобы деньги приходили к вам легко, и чтобы ваши новые уровни вы щелкали как орешки. Каждую новую ступеньку карьерной лестницы вы преодолевали, вот как будто вот вы просто ходите по ступенькам. Ребята, вот представьте, что вы идете по ступенькам. Допустим, если вам нужно подняться с первого этажа на второй. Представили? Кто хоть раз поднимался по ступенькам? Было что-то для вас сложно или легко? Кому легко плюсики ставят, кому сложно минусы? По ступенькам. Раз, два, три, четыре, пять. То есть намечаете себе столько, сколько вам нужно ступенек преодолеть. И идете по ним вверх, вверх и вверх. Легко, ребят, не зацикливайтесь. Ничего сложного в нашем бизнесе нет. Вообще ничего. Потому что на мегафоруме мы видели огромное количество людей, которые за один год закрыли 2, 3, 4 новых звания. И если это кто-то сделал, значит, этот успех может повторить абсолютно любой человек. Согласны? Я думаю, что вы согласны. Так, что-то вы неактивны. Ну-ка, давайте разминочку сделаем. Быстренько ставим смайлики с поцелуйчиками, кто зарядился денежной энергией. Соберитесь, легко справляйтесь с критикой, успевайте все-все-все, смотрите по-новому, совмещайте и пробуйте невозможное. И тогда вы станете супер-успешными людьми. Класс. Так, это были последние слайды. Следующая у нас презентация команды Ольги Мальцевой. Она завершает шествие команд. Кто у нас будет представлять эту красивейшую команду? Кто готов взять микрофон? Всем привет! Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Спасибо большое. Сегодня я представлю команду Ольги Мальцевой. Я, конечно, не знаю, сделали ли девчонки слайды. Это вся команда. И первым, кого я хочу поздравить, это первый шаг... квалифицированные QA-рекруты в этом каталоге. Это Баюра Агата, спонсор моей Аганы, это мои девочки, это родная сестра Маши Ган.
Давай, Лиль, дальше. Я хочу отметить, что мои девчонки в этом каталоге просто молодцы, потому что меня не было. Буквально я в последние 3 дня приехала, но они все равно справились. Наши новички, это те, которые просто сделали маленький заказ. Сделал заказ 2 балла. Замечательный парень, маркетолог. Очень старается, начинает работать. И Баюра Агата Витальевна 106 баллов. Давай дальше. Второй шаг программы «Добро пожаловать» – это Мороз Елизавета, тоже спонсор Маша Ган. Можно отметить, что Маша очень старается, проходит квалификацию на Анталию. Итак, премьер-круг – это от 150 баллов. Ну, это я 160 баллов, Мария Ган 175 баллов, Вика Безумова, вижу ее в комнате, тоже чему очень рада, это 150 баллов. Ну и, конечно, наша Олечка Мальцева. 150 баллов дали, очень скромно послала, уже практически чуть ли не в поезде последний заказ. Также это Талеева Светлана, 155 баллов, Шкатова Има, 172 балла. И Талеева Вероника к нам присоединилась буквально недавно, прошла только первый шаг, а в этом прошла второй шаг и личный заказ 150 баллов. Давай дальше. Золотой премьер-клуб у нас в этом каталоге только одна Мороз Елизавета, но ничего, мы наверстаем, и личный заказ 268 баллов. Это только второй шаг стартовой программы. Молодец, Лиза, просто нет слов. И премьер-клуб Украины, это команда Уальцевой, это Галина Петренчик и Ольга Игоренко. Баллы, к сожалению, не знаю, но Оля отметила их. Давай дальше. И вышли на первый свой уровень. 3% – это Ган Виталий. Я думаю, фамилия всем знакома. Это муж Ган Марии. Маша не сама активно работает, еще притягивает всю свою семью потихоньку. 201 балл групповых. У него личный заказ 95 баллов. Что-то Маша не стали они добирать до конца. И новые консультанты 6% – это Мороз Елизавета. И групповые баллы 469 баллов. Молодец, Лиза. Очень стараются. Да, новый уровень 6%. Даже когда в мое отсутствие, девчонки очень старались. Все, всем огромное спасибо. Спасибо, что сегодня пришли. Вижу тут и Наташу Алешину, и Вику Безумову. Мы будем в этом каталоге стараться еще лучше. И жду новых уровней. Все, спасибо, Лиль, давай. Очень стараются, да, новый уровень 6%. Даже когда в мое отсутствие, девчонки очень старались. Все, всем огромное спасибо. Спасибо, что сегодня пришли. Вижу тут и Наташу Алешину, и Вику Безумову. Мы будем в этом каталоге стараться еще лучше. И жду новых уровней. Все, спасибо, Лиль, давай. Ребят, я вас всех еще раз поздравляю. Спасибо всем, кто подготовил такие замечательные открыточки, поздравил свои команды. Вы молодцы, потому что вот это вот признание, это, мне кажется, очень важно для каждого человека. Ребят, вот мои ощущения, мы когда выходили на сцену, на мегафоруме нас поздравляли, а мы выходили на сцене на банкете директоров. Это было буквально вот 13-14 июня, совсем недавно, неделя, чуть-чуть, да, прошло около недели. И вот эти ощущения просто восторг захватывают. Знаете, сколько позитивной энергии мы притянули к себе благодаря вот достижениям всей нашей команды. И знаете, что самое интересное было? Я вам сейчас немножечко расскажу. Вы знаете наверняка, что мы записываем некоторые видео, выкладываем в Ютубе, в открытом доступе, в группе, везде на страничках. Вы знаете, сколько людей к нам подходили, нам вот просто проходу не давали. Вот честно, все просили сфотографироваться, задавали вопросы и просто подходили. И так благодарили за то, что мы записываем ролики. Многие люди сказали, что им наши видео помогли достичь новых результатов.
Это было так приятно и так неожиданно, что мы такие, оказывается, известные люди. А когда мы выступали на Меге, тоже записывали наши ролики. Ну, ролик маленький, коротенький, у нас было очень короткое выступление, но достаточно такое позитивное, всем понравилось, тоже все подходили, говорили, вы так классно выступили, вообще супер. Тоже все обработаем и подготовим семинар уже с полной, с развернутой программой по нашему путешествию. И, наверное, сделаем все в понедельник, чтобы побольше людей пришли посмотреть, хорошо? Ребят, я еще раз хочу поздравить вас от всей души таким классным каталогом номер 8. И я хочу, чтобы каждый каталог у вас был лучше предыдущего. Хоть чуть-чуть, но лучше. Потому что, ребят, самое главное двигаться, потому что движение – это жизнь. И пока вы двигаетесь, у вас все равно будут идти изменения, качественные, позитивные. У кого-то будут быстрее результаты, у кого-то медленнее. Ребят, это совершенно, вот совершенно не важно, через сколько времени вы станете успешными. Поймите вот одну простую вещь, что все уже предрешено. И если вы делаете, а результата нет, то это просто может быть для того, чтобы вы стали лучше. Для того, чтобы вы научились чему-то, чего раньше не умели. Преодолели свои страхи, сомнения, комплексы, стереотипы, стерли, поменяли их. Поэтому путь у каждого свой. И я вам желаю, каждому из вас, чтобы вы этот путь проходили радостно, позитивно, успешно. Вы знаете, и если вы думаете, что вы уже долго в проекте, а нет результатов, то научитесь этому тоже радоваться. Кто меня услышал, кто понял мою вот эту идею, которую я пытаюсь до вас донести посредством вот нашего сегодняшнего семинара. Ребят, все придет. Пока вы не пройдете какой-то вот необходимый путь, вы не сможете перейти на новый уровень. Поэтому идите. Чего бы вам это ни стоило, как бы ни было иногда сложно, и как бы не хотелось иногда все бросить и сказать, к черту все. Пойду устроюсь на работу. Ребята, не бросайте, потому что каждый из вас должен пройти свою проверку, и только потом вам попрет. И только потом вы поймете, для чего это было нужно. Может быть, не сразу. Самое главное понять, потому что пока вы не пройдете этот путь, который вам предначертан, вы не сможете перейти на новый уровень. Пока вы будете избегать, отклоняться, искать более легкие пути, ребят, не будет другого пути, понимаете? Всему свое время. И сейчас расскажу приключение, которое с нами вчера случилось. Мы ехали из Москвы, и уже нам осталось проехать 10 минут до дома моих родителей. Они живут недалеко от Саратова, и мы решили заехать сначала к ним повидаться, завести гостинцы, обнять их родненьких наших, поцеловать и уже ехать домой. И вы представляете, нам осталось 10 минут проехать один мост, и все. И оказывается, что на мосту идет ремонт, очень долгий, мост перекрыли, и там оставили узенькую дорожку, где может проехать только одна машина. И стоит светофор, то есть сначала с одной стороны проезжает где-то машин 5-6, потом с другой, потом с той. И мы стояли в этой пробке полтора часа, представляете? То есть нам осталось буквально пешком дойти полчаса можно было. Мы стояли полтора часа в пробке. И знаете, почему так долго? А можно было объехать по обочине всех и быстрее добраться до светофора. И вы знаете, очень много людей именно так и делали. Они съезжали с дороги и по обочине всю пробку проезжали, и там влазили между машинами и быстренько проезжали вперед. И знаете, меня восхитил поступок одного человека. Это был водитель КамАЗа. Он, когда увидел этот беспредел, он взял и перекрыл обочину. Мы даже видео коротенькое сняли, потом выложим. Он перекрыл эту обочину, и чтобы его объехать, люди очень сильно рисковали. То есть они могли опрокинуться во враг. И вы знаете, они все равно проезжали. Некоторые прям вот были на грани перевернуться. И знаете, одна машина все-таки перевернулась. Ну, почти перевернулась. Ну да, съехала. Очень сильно села на брюхо, повисли колеса. И вы знаете, в жизни так и происходит.
люди не хотят проходить вот путь, который нужно пройти. Вы знаете, ведь для чего-то нужно было отстоять эту пробку, может быть, я не знаю пока для чего. Но кто-то лез и получал очень много негатива от тех людей, которые по-честному стояли в очереди. Потому что, ребят, мы все на равных, мы на этой планете все дышим одним воздухом. Мы смотрим на одно и то же небо. На нас светит одно и то же солнце, поливает один и тот же дождь. Но кто-то почему-то, да, считает, что он лучше других, и ему нужно, да, вперед и быстрее. Поэтому я вас призываю к тому, чтобы как бы вы ни шли, идите по-честному, идите с удовольствием и никогда не ведитесь на такие вещи, как переподписка других людей в свою команду. Потому что, вы знаете, это тот же самый путь по обочине. Он вас не приведет к успеху, поверьте мне. И даже если вы и приподниметесь чуть-чуть вверх, вы все равно потом, ну, получите свой урок за это обязательно. Понимаете? Поэтому ведите этот бизнес честный, потому что он настолько прозрачный, легкий. И его нужно делать радостно и с удовольствием. И я вам желаю, чтобы все, что вы задумали, у вас получилось. И так и будет. Спасибо всем огромное еще раз. Миш, есть что добавить? Ну, вывод из этой истории ты уже сказала. То, что что бы вы ни делали, хорошие вещи вы делаете или плохие, результат вас всегда настигнет. За хорошие вещи результат будет положительный, а за плохие, соответственно, наказание рано или поздно придет. Так что делайте акцент на хороших, положительных вещах. Растите, стремитесь. Карма, правильно, вверх. Саш. Карма. Ребят, я хочу, чтобы наш проект, вы знаете, гремел просто на весь мир. И так и будет. Потому что мы поставили себе такую цель — войти в десятку лучших команд мира. И мы это сделаем. И мы хотим, чтобы вы наш проект продвигали на самом высоком уровне. И поэтому никакие соблазны не позволяйте себе. Ведите бизнес честно, красиво, брендируйте себя. И поверьте, это вам даст очень много энергии. И на сцену потом вас будут вызывать очень много раз. Да. Все, мы вас любим. Спасибо вам и до новых встреч.